В ефірі студія «Репортер». Ми продовжуємо підсумовувати рік. Цей рік був насичений на різні події, спортивні події, а також окремо хотілося б підсумувати рік футбольний. Це дуже корисно буде зробити з такою людиною, як Семен Йосипович Альтман. Вітаю вас, Семен Йосиповичу. Ми неодноразово вже зустрічалися в цій студії, коли йшов Кубок світу з футболу. Зараз, наприкінці року, коли 18-й уходить, 19-й приходить. Основні тенденції обговоримо – чемпіонат світу, український футбол, збірну України з футболу. Пропоную почати з глобальнішого. Так, чемпіонат світу вже кілька місяців тому закінчився, ми говорили про нього. Є така післямова тенденції, які залишились в спогадах у вас, Семен Йосипович, від чемпіонату світу. Ну, ми з вами, по-моєму, детально обговорювали чемпіонат мира и подводили итоги чемпионата мира. И сегодня мы, если подводим итоги года, хотя это итоги, то это же промежуточный этап, сезон-то футбольный еще не закончился, поэтому мы можем говорить о прошедшем годе. Ну, чемпионат мира, как и любой большой форум, он подарил нам много интересных зрелищ, но не только для специалистов, и много информации в плане... В какую сторону рухается футбол? Да, каким образом он будет развиваться и на чем акцентировать внимание. И здесь, если говорить, то выбрать какой-то односторонний путь, который пытались некоторые специалисты там сакцентировать внимание, там, так как играет Барселона, или так как играют некоторые английские клубы. Вот. Но ярко это демонстрирует на сегодняшний день ведущий тренер мира Гвардиола, который тонко улавливает тенденции развития футбола и применяет это у себя в команде. Благо для этого у него есть все условия. Подбор исполнителей, материально-техническая база и работа не одного Гвардиолы, а многих специалистов на прогнозирование путей развития нашего футбола. И сегодня, смотря, как играет Манчестер Сити, можно уловить тенденции и будущего, понимаете. Поэтому в этом плане чемпионат мира нам подарил много информации. Ну, некоторые специалисты, эксперты, может, даже тренеры, они хотят подмять под себя как бы то, что происходило там на футбольном поле. Вот. Были определенные тенденции, и сегодняшний чемпион мира, французы со своим тренером, они прагматично подошли к этому чемпионату и использовали все, что необходимо было для победы. Потому что истина – то, что приносит пользу. В нашем деле важен результат. Он был, есть и будет. И недаром повторял Лобановский часто, что игра забывается, а результат остается. Значит, прагматичный подход. Чуть в двох зустрічах чемпіони світу забили по 4 м'ячі. Це в матчі з Аргентиною і в матчі фінального матчі. Так що, коли ми говоримо про прагматизм, це не той прагматизм, коли там один м'яч і все, закінчили грати. От. Ми з вами це обговорювали, і я думаю, що от кратко те, що я сказав, хотілося б, щоб спеціалісти і особливо наші тренери, эксперты, которые работают на телевидении, они правильно преподносили болельщикам вот эти направления, которые присущи сегодня мировому футболу. Они уводили нас в сторону
другими там моментами, связанными с неблагополучным материальным обеспечением там, и внутри страны неблагополучным состоянием и тому подобное. Ви відмітили Хосепа Гвардіолу, але ми поки що залишаємося в цій орбіті міжнародного футболу. Це друга половина року після чемпіонату світу. Ми бачили те, що кризу мадридського Реалу є причини свої. І бачимо, ну не те, що підйом, але таку впевнену гру команду, яку тренує Масіміліано Алегрі, вибачаюсь. Ми з вами поза межами ефіру. Ну, я ділився своїми враженнями, що Масіміліано Алегрі – чемпіон світу з тактики. Як можемо охарактеризувати гру мадридського Реалу і Ювентуса саме у другій половині 2018 року? Ну, ви розумієте, футбол – це така гра, що невозможно все время виігрувати. Дійсно. Це три Кубка європейських чемпіонів, це велика заслуга і конечно, в каких-то моментах наблюдаются какие-то спады и подъемы. Ну, сегодня Реал переживает вот этот спад после ярких побед и ярких выступлений. Ну, я думаю, что это временное явление, потому что они не ушли от своих направлений. И давайте дождемся весны и посмотрим, как будут дальше развиваться. Большие клубы, ну, везде это наблюдается. И Барселона, она буксовала, как говорится, на тернистом пути футбола. И другие клубы, и тот же Манчестер Сити, он там последнюю игру проиграл, и тоже не все, или предпоследнюю. Не все. Это игра, и игра есть моменты, которые непредсказуемые, за что и любят футбол, понимаете? Так что, но если говорить вот о тактических нюансах, о построении игры, о создании вот этой, как сейчас модно выражаться, структуры, то есть то, что происходит, ну, эти команды, они не уходят от своих направлений. Ни Ювентус, ни Реал, ни Барселона, ни Манчестер Сити. Ну, а периодически, ну, многое же зависит, мы с вами говорили, о индивидуальных способностях футболистов. И кадры, и сегодня решают все, если не все, но многое. Дійсно. А тренер, головний тренер, це також кадровий ресурс. Тут приклад Манчестер Юнайтед. Безусловно. 5 років тому команду залишає Алекс Фергюсон. Ван Гал, Моуріньо, був ще Моес. Команда не може стати на ті рейки, щоб їхати потягом таким, збивати все на своєму шляху. І той Манчестер Юнайтед, який пам'ятаємо ми всі, початку 10-х, нульових років, його ще немає. Ну, ви розумієте, ви затронули інтересну тему. Фергюсон – це ціла епоха. Так. Тому, коли виходять такі глиби, такі представники нашого тренерського цеху, то эти моменты предсказуемы. И мы видели, как и Киевская «Динамо», когда ушел Лобановский, и даже вот в России тот же «Спартак» в советские времена, когда ушел Бесков, там Романцев еще подхватил, а потом это все сложнее после ухода после ухода эпохи, понимаете? Поэтому должно пройти определенное время, чтобы вот эту нишу, вот это место заполнил другой специалист. Поэтому давайте поживем, увидим, как оно будет развиваться. Моуринья не такой простой человек и тренер. И вот он хочет вернуть в нужное русло Манчестер Юнайтед. Как у него получится, посмотрим.
Сейчас вот. Можливо, не дадут. Ливерпуль тоже переживал такую ситуацию, когда был пятикратным чемпионом Англии, а потом... Вот. И сегодня Клопп опять возрождает этот. Так что это такие моменты, которые веяние времени, можно сказать. 2018 рік подарував нам новий турнір щодо збірних, турнір Ліга Націй. Є критичні зауваження до цього турніру, мовляв, це набір товариських матчів, все одно буде відбірковий турнір на першість Європи, але все ж таки Ліга Націй, Україна свою групу, свою трійку виграла у збірних Чехії і Словакії. Яке у вас враження від турніру, чи потрібен він був? Ну, во-первых, я работал в сборной и знаю, и занимался этим вопросом, как тяжело организовывать вот эти товарищеские контрольные игры, понимаете. А тут УЕФА предоставляет такую возможность, и турнир сам по себе очень хороший. И объединил равные по силам команды, которые боролись друг с другом. И есть определенная схема повышения в классе и розыгрыш там, призовых мест между сильнейшими командами Европы. Турнир сам по себе, как по мне, вот, я его, может быть, не укусил, как говорят, на практике, но то, что я вижу, очень хороший турнир. Что касается нашей сборной, сборной Украины, то она его прошла, ну, успешно. Если мы исключим последнюю игру, конечно, последняя игра, она добавила в бочку меда ложку дегтя, и тут уж никуда не денешься. И в этом плане, ну, выступили успешно, но преувеличивать вот эти достижения, мне думается, что не стоит. Важен тот факт, что этот турнир открыл много молодых футболистов, которые стучатся в дверь сборной и говорили, что у нас нет ресурса, у нас нет кадров, то здесь при разумном использовании вот того потенциала, который имеет сборная, можно добиться результатов. Здесь уже зависит от тренерского состава, от выбора правильных направлений, тактики, структуры, как любит выражаться Андрей Шевченко, понимаете? Вот здесь многое зависит. И мне думается, что здесь самое важное, надо искать свое лицо, а не копировать то, что нам предлагают зарубежные специалисты, используя в других командах. Андрій Шевченко – це той тренер, який саме в цьому напрямку працює, який ви тільки що озвучили? Ви знаєте, чоловіка судять по поступкам, тренера по результату. И сегодня стоит задача попасть на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Вот, уже есть соперники, и все это. Спланировать правильную подготовку, и после этого турнира, я считаю, что можно будет уже говорить о состоятельности тренера национальной сборной. Пока он задачу попадания на чемпионат мира не решил, но успешно команда сыграла в Кубке наций. А сегодня нас ждет отборочный турнир чемпионата Европы, и если мы туда попадем, и финальные игры. Чи зарано, я так розумію, що зарано ще говорити, відповідати на питання, чи прогресує тренер Шевченко, ну, завдяки цим матчам також. Тільки через рік можна буде про це сказати, ви вважаєте? А може бути, навіть і через два, коли закінчиться відборочний чемпіонат. Ну, відборочні ігри і чемпіонат.
Тобто ви вважаєте, що зарано ще давати оцінку 42-річному тренеру, молодий все ж таки тренер? Може бути, знаєте, не то, щоб там зглазити чи щось. Так, я розумію. Ну, ведь, якщо говорити о нашому українському футболі, то він переживає сьогодні дуже тяжкі времена. И тут не надо далеко ходить, мы видим и наш чемпионат, и посещаемость нашего чемпионата, там за исключением, может быть, киевского «Динамо», вот, оставляет желать лучшее, когда мы видим. Поэтому здесь не надо торопиться, мы вместе с нашими людьми, с нашим народом наблюдаем, как будут выходить из этой, можно сказать, кризисно-житейской ситуации, ну и футбольного кризиса тоже. Ось саме про наш чемпіонат, багатостраждальний, хотів також запитати вас. Перше питання. 12 команд для нинішньої першості – оптимальний варіант? Чи потрібно ще розширяти 14, 16? Ну, ви розумієте, здесь уместно было создать такую аналитическую группу, которая бы занималась этими вопросами, которая следующая в этих вопросах. Тренеры, они заняты своей работой, подготовкой. И тренеры исходят из своей как бы турнирной составляющей, понимаете? Вот. Здесь все надо крепко проанализировать. И сегодня эта полемика, она ведется. А так, чтобы вот это создать научно-аналитическую группу, которая нам бы представила все моменты, связанные вот за и против 16 или там больше команд и 12. Поэтому тут же, как сегодня народа говорит, не до жиру, быть бы живы, дай бог, чтобы хуже не было, так? Сейчас уже ж не надеются на лучшее. Сейчас уже ж говорят, дай бог, чтобы хуже не было. Это же из народа вот эта такая поговорка. Поэтому здесь тоже очень важно. Важно не навредить. Ось ви кажете про аналітичну групу, але на мій погляд, тренер, він не тільки тренує, він має бути і психологом, і аналізувати вміти. А я ось все ж таки завершу думку, я буває, зустрічаю тренерів, які правил гри не знають. Вони приходять на прес-конференцію, кажуть, а ось тут потрібен був пенальті, хоча його там не було, а ось тут був офсайд, та ж навіть заміни кількість не знають, є такі тренери. Тому я досить жорстко ставлюсь для того, що повинен робити тренер. Якими здібностями? Ви зараз касаєтесь такого момента, как образованность наших граждан, нашего населения, ну и, безусловно, образованность тренеров, понимаете? Поэтому я могу вам сказать, вот являюсь там преподавателем лицензирования, что в этом направлении мы не преуспеваем. И мне есть чем сравнить, понимаете, уровень образования предыдущего поколения тренеров, оно мне думается. Может быть, я уже по складу своего возраста начинаю обрюзжать, но мне казалось, думается, что то поколение, оно было более образовано и более проверено, более практично и в этом плане. А самое главное, шел такой конструктивный обмен мнениями. И на почве этих мнений создавались определенные программы, и команды развивались, проводились научно-практические конференции, шел тесный обмен мнением в прессе, в специализированной прессе, там, в газете «Футбол», понимаете, где очень много интересных статей. Я и сегодня иногда обращаюсь к ним, к этим статьям, потому что там многое есть полезное. Что такое новое? Это хорошо забытое старое, понимаете, есть такая поговорка. Поэтому
Сегодня мы приглашаем иностранных специалистов, которые приезжают к нам показать, как они работают там и тому подобное. А свои направления, которыми мы тоже славились и обогащали мир, сегодня как-то ушли в тень. А зарубежные аналитики, тренеры, они умеют хорошо упаковывать этот материал в красивую обвертку. И это важливо все ж таки. Безусловно, безусловно, но все-таки встречают по одежке, а провожают... Ну, звезд такой же важливо, я сам же. Поэтому содержание, внутреннее содержание все-таки превыше всего. Ось щодо змісту, конкретний такий приклад, футбольна гра. Наші команди грали в Єврокубках. Динамо, Шахтар з різним успіхом, але потрапили до наступного раунду, грала Полтавська Ворскла. За всіма статистичними викладками, матчі Полтавської Ворскли, на превеликий жаль, при всій повазі до Василя Сачка, його гравців, дивитися було боляче. Мінімум гольових моментів, мінімум гостроти. З якою метою виходити в єврокубковий турнір, якщо навіть не намагатися грати в якісь атакувати, не просто атакувати, а щось. Це як журналіст, кажу, думку тренера, який дивиться цей футбол і намагається аналізувати. В що ж грає наш представник, представник України в єврокубках? Ну, я же сказав, що наш футбол переживає не лучшие времена. А больше того, я сказал, что у нас кризис в Украине. У нас две команды, которые могут сегодня соревноваться на уровне европейских команд. Поэтому такая команда, как Полтава, которая, когда завоевала бронзовые медали, прыгнула выше головы. Это мне напоминает, когда мы с Черноморцем в 2006 году завоевали бронзовые медали, и отрыв там был от первых двух мест. За 20 очков. Да, больше даже, наверное. Очень большой. Поэтому они уже совершили подвиг, что они говорят, что те игры, которые они провели, это неоценимый опыт. Они в этом правы. Но мы-то, они представляют нашу страну, и нам, болельщикам, особенно специалистам, больно было смотреть на то, как они уступают вот командам в Европе. Но на это есть и объективные причины. Если бы знали все беды, которые внутри переживает сегодня Ворскла, понимаешь, и ее хозяева, то мы бы не говорили об этом. А в принципе, как мы живем, так мы и играем. Телеглядачі не зрозуміли б, якщо б я вам не поставив питання щодо найболючішої теми одеського футболу, це одеський Чорноморець. Так, ви говорили, як ми живемо, так ми граємо. Але Чорноморець – це така дивна історія. Команда вилетіла і грає, продовжує грати в прем'єр-лізі. Є така в мене чуйка, що вона вилетить і знову буде грати в прем'єр-лізі. Що потрібно зробити, щоб одеський футбол якось переродився? Повинні якісь нові менеджери приходити? Але ж ми не можемо сказати, пане президент клубу, продайте Чорноморець, а хто купить? Це дуже багато питань. Ну, во-первых, ви розумієте, тут яка ситуація. Я слухаю всі ці высказывания и все остальное. И недавно там на Первом городском была такая большая передача, где выступали специалисты, журналисты, болельщики. Вот. Но такого внятного, вразумительного диалога, и что хотели особенно сторона журналистская, болельщицкая, тренерская, тяжело было услышать. В этой ситуации ведущие, они были более сведущие, чем их оппоненты. Я говорю так, как есть.
Поэтому дело в том, что не спешите поливать президента. Я с ним работал, я его хорошо знаю. Он достаточно хорошо разбирается в футболе, как для президента. Он понимает все процессы. Теперь, как политик, он прекрасно разбирается в политической составляющей. Он хозяйственник и заработал деньги, понимаете. Наверное, он разбирается и в этих вопросах. Поэтому здесь копать надо глубже. Ну, безусловно, футбол у наших руководителей не на первом месте, понимаете, и даже не на втором. Пусть бы их бизнес был на первом, а футбол хотя бы на втором. Поэтому в этом, наверное, и все беды. И как говорил один президент, что чтобы добиваться результата вот этой частной команде, которая принадлежит одному человеку, это надо футбол любить больше, чем деньги. Я разгадал всю эту цитату. Такого, понимаете, такого в Одессе, наверное, даже априори не может быть. Это по-другому немножко воспитан. Поэтому футбольные клубы, наверное, это должны быть на такие комплексные общества, а не сугубо частные. Це верхівка. А щодо кадрового ресурсу, є гравці, які повинні якось доводити? Пам'ятаєте, ми ж з вами говорили, це ж люди бізнесу, у них корпоративний підхід, ви розумієте, а не колективний підхід. И корпоративный подход такие вещи предусматривает. Человек расценивается как кусок кирпича, понимаете, или там еще чего. Если и выкинул и поставил другое. А у нас коллективный подход. Мы в спорте, в игровых видах, мы человека рассматриваем как личность. Мы его готовим к этим всем свершениям и тому подобное. У нас в старое доброе время, когда использовался коллективный подход, для того, чтобы занять определенную должность, нужно было пройти определенные ступени развития и чего-то добиться, как показать какой-то результат, что ты есть и что ты стоишь. И только потом ты можешь возглавлять. У нас кадры сегодня подбираются по другой категории. Да и в стране они так же. Они подбираются на кум, сват, брат и так далее. Поэтому эти вещи очень существенны. Ну и потом вы не хуже меня знаете, что самая большая грязь в политике, а на втором месте я бы поставил футбол. И вот как убрать эту грязь от нашего футбола, вот это первостепенная задача, понимаете? И отсюда вот это, оно же как болото, грязь, болото же это грязь, она и засасывает. Отсюда и соответствующий подбор кадров, понимаете, которые понятия не имеют, что такое футбол и та должность, которую там они представляют. Отсюда и подбор тренеров по пути наименьшего сопротивления. Отсюда и желание, значит, управлять этими тренерами, понимаете, так, как именно я представляю и я хочу. А коль футбол, он же не на первом месте, ты уже теряешь вот эти нити управления. Поэтому это глубинные вопросы. А сетовать, что плохой президент или мало денег и тому подобное, я на практике, вообще я не привык рассуждать на эти темы. Я приходил
и доказывал делом те и иные моменты. И если они сходились, я говорил, почему, как и что представляет из себя там президент, вице-президент, который, понимаете, в футболе, как и в любой другой профессии, есть много людей, которые просто мешают работать. Ну, ще у самих гравців нема такого, ну, такої гордості за себе, за свою роботу, щоб я зіграю краще, я можу бути, може покину нинішній Чорноморець, продам себе, так, я кажу грубо, але в цьому болоті вони згодні грати? Це колективний вид спорту, і ти в одиночку, навіть якщо у тебе буде 7 п'ядей во лбу, не лишиш цю проблему. Это должна быть объединенная команда. И не только команда футбольная, а команда и клуба, понимаете? И я всегда ставил задачу, что должно быть объединение. Президент, главный тренер. И когда вот это будет единение, единство, вокруг нас объединится команда. Поэтому здесь и у нас никогда не было там громадного бюджета, а мы доказывали, что мы состоятельные. А как же, как в Англии играют? Бюджет там Манчестер Сити и команды, которые находятся там внизу турнирной таблицы. Так что им не надо играть, они же разнятся во много раз, вот, поэтому, или тренер сегодня уповает, а нет мастерства. Ну а где же мастерство брать? Его же в аптеке не купишь, с неба оно не сваливается, значит, его надо добиваться на тренировках. Працювати потрібно? Так, наверное, працювати, как вы говорите, да, а как мы працюем, как мы работаем, вот. Пусть они придут и расскажут, сколько, как они работают, сколько у них там в неделю двухразовых занятий, какой акцент они делают, как они повышают это мастерство, которое, да, футболистам нужно родиться, безусловно, но если не развивать те задатки и способности, которые есть, то они так и будут лежать мертвым грузом. И правильные вещи высказывали там на этом Первом канале, что если ты в каком-то виде подготовки отстаешь, ты можешь за счет другого вида подготовки. Но опять-таки это же надо знать. Это надо знать. Ведь наши сегодняшние команды, которые вылетели и плохо сыграли вот концовку чемпионата, Динамо Киев, Шахтер, Ворсла. Наид Александрия добро сыграла. Вы понимаете, они же уступили физической подготовке. То. То есть они к концу года чемоданное настроение, как бы, они уже были в отпуске, превысило ту подготовку, которая должна была быть, чтобы противостоять чехам, португальцам и французам. Так? А там подошли лучше нас в готовности. Ведь чехи не лучше Динамо Киева. Мы это убедились и видели. Но готовность их на данный момент, в данный день была выше. Так же, как и у французов, которые играли с Шахтером. Семен Васильович, я дякую за змістовну розмову. Ми в наступному році обов'язково будемо зустрічатися, обговорювати футбольні справи. Гадаю, що будемо говорити і про хороші футбольні новини. Бажаю вам успіхів і здоров'я, в першу чергу. Спасибо. Я хочу сказати, що ми затронули маленьку толіку того, що є, тому що це такой крупный глобальный разговор, и можете собрать всех ответственных за вот эти все дела, и те, кто непосредственно управляют там командой, чтобы обсудить эти моменты, и тогда в диалоге, может быть, и найдется какая-нибудь такая искорка, из которой может возгореться хорошее пламя, ну,
наших успехов. Я пам'ятаю складні часи в одеському футболі. Мені здавалося, що коли за один рік команда втрачає Ващука, Косиріна і Балабанова, то вже все. Але я пам'ятаю тренера, який навіть з такими втратами довів Чорноморець до третього місця в чемпіонаті України. Спасибо, ви теж в порядку. Залишайтесь на репертері, до зустрічі в наступному році.